К новостям «АвтоВАЗа». «Лада» объявляет о начале приема заказов на новый внедорожник «Лада Нива Тревел». Автомобиль с постоянным полным приводом, выполненный в новом дизайне, идеально приспособлен как для внедорожного туризма, так и для ежедневных городских поездок. Уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник на сайте lada.ru или на сайте официального дилера «Лада». Система подбора и бронирования автомобилей на сайте lada.ru была запущена еще весной прошлого года. В период ограничений в связи с угрозой пандемии. В 2021 году, следуя тенденциям и предвосхищая ожидания клиентов, этот сервис был усовершенствован, предлагая качественно новый опыт дистанционных покупок. Стартовая стоимость Lada Niva Travel в исполнении Classic 747 900 рублей. Максимальная комплектация Lada Niva Travel Lux 890 900 рублей. О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно.